Новости культуры продолжат выпуск. В Анапе открылся традиционный фестиваль искусства «Анапская музыкальная весна». В этом году он посвящен 70-летию освобождения Кубани и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Первый этап фестиваля проходил в марте в сельских домах культуры. Жюри, в состав которого вошли выдающиеся работники культуры Анапы, оценивали хореографическое, литературное и вокальное мастерство участников. В рамках «Анапской музыкальной весны» был создан фестиваль авторской песни. В этом году он проходит под названием «Отечеству свой посвящаю век». Его инициаторами стали творческое объединение композиторов «Орфей» и литературно-художественное объединение «Парус». В фестивале авторской песни приняли участие более 30 творческих коллективов. Это хоры, вокальные ансамбли народной песни, коллективы Центра детского творчества. Участники исполняли произведения на музыку и слова анапских поэтов и композиторов, посвященные Кубани и Анапе. В конкурсе приняли участие и барды. Сергей Ушаков поведал трогательную историю строительства на курорте храма в честь святого преподобного Серафима Саровского. При возведении Божьей обители на каждый кирпичик наносили имена тех, кто первым внес свою посильную лепту. Взрастет новый храм, да по милости Божией, в основе его людей имена, всех тех, кто без веры прожить не может. Кому в России судьба дорога? 1 мая, в день весны и труда, на гала-концерте лучших из лучших жюри конкурса наградит дипломами победителей.